Здравствуйте! Сегодня команда Геометрия ТВ находится на мероприятии, посвященное коррекции зрения от МНТК. Узнаем поподробнее. Цель вашего визита на это мероприятие? Ну, во-первых, мы студентки медуниверситета, поэтому для общего развития нам как бы необходимо будет об этом знать. Во-вторых, к сожалению, у нас тоже зрение страдает, и поэтому очень актуальная сегодняшняя тема – послушать, узнать и, возможно, попробовать лазерную коррекцию. Хотелось бы подробно все услышать про операции, которые мне предстоит. Еще раз убедиться в том, что это будет безопасно, эффективно, не больно и не страшно. This song, rhythm is a minimum. I'm a dressing for a song. No, I mean, not for long. You're a sad man, not a bad man. Maybe tears, maybe here. Do the shout, do the shout, do the shout. Do the shout, do the shout, do the shout. Do the shout, do the shout, do the shout. Do the shout. Я была готова делать операцию в понедельник, и сейчас у меня есть полная уверенность, и я планирую ее сделать. Я очень рада также, что каждый участник сегодняшнего семинара получил 20% скидку, что очень-очень радует. Скажите, пожалуйста, что интересного вы сегодня узнали на конференции? Очень много интересной, полезной информации о том, что зрение, в принципе, легко, ну, достаточно легко, благодаря МНТК корректировать. Благодаря тому, что такие грамотные специалисты работают, операции проходят безболезненно, они проходят быстро, и зрение восстанавливается очень хорошо, и можно буквально через месяц вести активный образ жизни. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня выиграли? Я выиграла сертификат на бесплатную коррекцию зрения. Пришлось пройти некоторые конкурсы, веселые, занимательные, интересные, было весело. Было здорово, и, в общем-то, я счастлива. Огромные слова благодарности всему коллективу, который верит в своих пациентов, помогает им и дарит радость зрения. Хватит страдать, пора видеть лучше. А с вами была Альбина Бакирова.